Hello, everybody! Мы рады приветствовать всех на канале Мясистый Моделизм. В Питере жара, лють вообще огонь. И сегодня будет супер жаркий выпуск, посвященный впервые авиации. И поэтому мы пригласили потрясающего петербургского моделиста Григория Неживенко, который построит... Гриша, что построишь? F-14 Tomcat в 48-м масштабе от Томии. Боже, он будет прокачан, покрашен так, что закачаешься. И впервые это видео будет с английскими субтитрами, в том числе и для наших иностранных друзей. Поэтому не забывайте ставить лайк, поддержите нас репостом, напишите хороший комментарий. И, может быть, поддержите рублем, если вдруг вам понравится. 100 рублей, карта Сбербанка привязана к описанию к этому видео. Но это так, не обязательно. Все видео будут бесплатными. Ну, а мы с вами начинаем. Погнали! И мы начинаем. Мы открываем коробку. Ух ты, пух ты! И здесь у нас инструкция, конечно же. Инструкция нам показывает, как клеить кокпит, как клеить ниши шасси, собирать фюзеляж воедино. Показывает, какие есть варианты вооружений, какие есть варианты окраски. Сейчас мы к этому перейдем. Мы будем строить Tomcat из эскадрильи Jolly Rogers, перехватчики, в варианте универсального перехвата. И начинаем собирать кокпит. Мы не будем использовать то, что тут наваяла Томия, а будем использовать квинтовские декали. Они хороши. Они чертовски хороши. Для этого мы потихоньку стачиваем все это дело и собираем кокпит. Здесь мы немножко маскируем наш радар наводчика. Любимая грунтовка от моделиста на Комсомольской. Спасибо, ребята! Лучшая грунтовка. Лучшая. Далее мы переходим к подкраске мелочей в кокпите. Вот этими цветами. Здесь ты уже высветляешь. Да, да. Там я уже высветлял, а здесь уже переходим к квинте, которую можно вполне себе садить на Mark Fit Strong, и она никуда не уедет. То есть прямо как на клей? Да. Можно использовать и ПВА, что угодно. Так, тут мы смываем немножечко кокпит и переходим к покраске кресел. Угу. Их мы красим акриловыми красками, здесь очень много цветов. Плюс используем масляные краски для того, чтобы немножко завызарить и сделать кокпит интереснее. Тут старый добрый драйбраш. Сухая кисть. Именно она. И вот так вот потихоньку, понемножку у нас готовы кресла. Они выглядят прекрасно. Спасибо. И собираем кокпит. Это на самом деле, мне кажется, отдельная модель в модели получилась. Может, не будем вставлять? Хорошая идея, но... Ну, я подумаю. Да, вот таким вот нехитрым образом мы раскатываем проволоку для того, чтобы она была прямой. Мы ее будем использовать для детализации ниш шасси. Тут немножко грязненько, но потом мы все это дело уберем дебондером. С помощью остатков от отравления делаем небольшой scratch building. Вьем. И собираем нишу шасси воедино. Слушай, как настоящая. Да, и чтобы модель была поинтереснее, мы придумали повернуть немножко стойку шасси носовую и немножко ее дополнить деталями. Та же самая проводка, немножко, собственно, крепление этой проводки, сделанной из скотча. А теперь яйца? Да, это подставка для тех, у кого есть яйца в холодильнике. И переходим к небольшому везерингу низ шасси, везерингу стоек шасси. Наносим смывку аккуратненько, совсем тоненькой кистью, чтобы не переборщить, потому что это достаточно такие тонкие, интересные детали. Немножко спеклинга. Что такое спеклинг? Я не знаю, какое-то заморское слово. И снова драйбраш. Но это сухая кисть, как мы уже знаем. Соединяем половинки фюзеляжа. По крайней мере, носовую часть. И переходим к сборке замечательных раскладывающихся крыльев. Да, здесь все на винтиках, шпунтиках. Будет двигаться. Да. Будет двигаться, и это уникальный на самом деле шанс собрать модель, в которой будут винты. С помощью замечательных приборов от Бабушка Industries мы собираем фюзеляж. Grandfather, thanks. Thank you, grandmother and grandfather.
И переходим к грунтовке. Снова 1500, но в этот раз из аэрографа. Почему? Потому что так чуть легче контролировать нанесение. И переходим к марблингу. Это будет не белый цвет, это будет специальный марблинг white. То есть ты туда намешал все, что у тебя было? На самом деле, да. Сливал старую краску, и вот теперь этот цвет получился. Да, да. Марблинг, естественно, делается исключительно аэрографами Jazz со снятой крышкой и на расстоянии буквально сантиметра от модели. И у нас получается вот такая вот неоднородная поверхность, которую мы будем использовать как подложку для основного цвета. Маскируем границу между серым и белыми цветами с помощью блютака и скотча. И начинаем наносить базовый цвет. Базовый цвет мы наносим краской, очень сильно разбавленный левелинг финером, то есть это растворитель с ретардером. С его помощью у нас получаются очень тонкие, очень прозрачные слои. А самое главное, поверхность будет идеально гладкой после нанесения краски именно вот с этим растворителем. Прям как на настоящем самолете. Даже лучше. С белым цветом чуть посложнее, потому что он гораздо менее укрывистый. Тут мы наносим даже больше, наверное, слоев. Наверное, слоев 10 нанесли, когда красили это дело. В общем, но получается вот такая гладкая и уже даже глянцевая поверхность. То есть, по сути, нам даже не нужно будет использовать сильно много глянцевого лака перед нанесением декалей. Черные кили мы красим, как ни странно, в черный цвет. Совпадение? Не думаю. И мы меняем их на вот такие замечательные сопла от ResKit из смолы. Тут вы можете видеть, насколько тоньше, насколько филиграннее у нас из смолы, собственно, сопла. И тут с помощью невероятного инструмента зубочисток и блютака мы делаем что-то вроде масок для того, чтобы нанести эффект нагара внутри вот этих вот камер сгорания. И, собственно, сейчас вы увидите, что из этого получилось. Слушай, это современное искусство, похоже. Ну, я надеюсь, что все же нет. С помощью металликов от Alclad мы начинаем красить сопла. Наносим сначала самый светлый из этих металликов. Затем немножко другими цветами наносим какие-то акценты. Также мы с помощью жидких масок нанесли небольшие тычки, чтобы у нас потом были интересные эффекты. И сейчас, собственно, обычным скотчем начинаем закрывать небольшие квадратики и накрашивать более темным цветом для того, чтобы у нас была игра оттенков на соплах. Тут мы, собственно, уже убираем эти маски и переходим к декалям. Декали у Томи замечательно толстые, поэтому для них понадобится не один, не два и не 10 проходов Mark Fit Strong'ом. Это, собственно, томиевская жидкость, которую они, видимо, выпустили как что-то способное победить эти декали, но... Не до конца. Да, она не скажет, чтобы сильно справляется. Но потом, закрыв несколькими слоями лака, заполировав, в целом мы их победили. Далее начинаем наносить небольшие высветления по границам панелей, которые у нас имитируют подкрасы в тех местах, где команда обслуживала самолет. И переходим к... Нет, не переходим. Я думал, уже базеринг будет. Ты пока все еще подкрашиваешь. Да, да. А вот теперь вызеринг. Да, собственно, с помощью смывки от AmmoMig мы наносим, как ни странно, смывку. Очень аккуратно, очень точечно в тех местах, где она должна быть. То есть на стыках панели. А далее мы... Вместо того, чтобы использовать декаль как имитацию вот этой вот дорожки для прохода с антислипом, будем использовать именно сам антислип от компании AmmoMig снова же. Наносим его аккуратными тычковыми движениями и получаем на самом деле очень убедительную текстуру. То же самое можно сделать и разбавленной шпаклевкой, но мы предпочли использовать фирменный продукт. Именно. И с помощью масел от Abteilung 502 мы начинаем везеринг верхней половины самолета. Сначала наносим точки этой самой краски и начинаем их растушевывать тычковыми движениями с помощью шикарной кисти от Mini War Paint. Да, и когда мы закончили везеринг верхней части фюзеляжа, мы переходим к везерингу раскладывающихся крыльев. Если посмотреть на фотографии самолета, видно, что там достаточно не кисло так размазывалось масло.
Поэтому с помощью обычного модельного скотча мы делаем вот такие вот маски для того, чтобы обозначить те места, где крыло будет грязным. И с помощью замечательного раскладывающегося механизма, который дает Tamiya, мы, собственно, делаем вот этот самый эффект. Они же для этого и сделали крылья движущимися. Ну, да, естественно, они думают о нас, моделистах, чтобы было красиво. Да, и переходим к везерингу нижней части самолета. Рисуем потеки с помощью той же самой масляной краски, а также с помощью вот этого замечательного продукта от Amomic. Это шейдер. Шейдер. Да, с помощью него рисуем подложку под самые такие активные потеки. И мы почти что закончили. Самое сладкое — это снятие масок с фонаря, установка вооружений и последние штрихи. Последние штрихи, которые всегда приносят максимум удовольствия. Ставим шасси. Скоро самолет уже сможет стоять на своих шасси. Рисуем бано. Дополняем модель всякими мелочами, всякими датчиками. Устанавливаем вооружение. Тут у нас полный фарш. Тут у нас АМ-7, АМ-9 и скоро будут АМ-54 Феникс. А вот, собственно, и они. И устанавливаем кили. Кили и устанавливаем крышку фонаря. Гриша, это было просто умопомрачительно. Ты сделал что-то невероятное, я тебя поздравляю. Спасибо, Дим. Это очень-очень-очень круто. Маленький презент тебе от московской... от московского моделиста на Комсомолке на Ленинградке. Все ссылки остаются в описании к этому видео. Это очень крутая пилка у тебя. Получается круто пилить. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите нам, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске в плане авиации. Но у нас же не один самолет, а целая эскадрилья. Подписывайтесь, ставьте лайк. Хотите, зашлите денежку. А теперь приятного просмотра. У нас очень-очень красиво.